Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами исследовать Киберпанк 2077. Итак, мы недавно сыграли на концерте самураев, были в роли Джонни Сильверхенда, и на следующий день нам набрал Керри и попросил прийти тут в какое-то место. Сейчас мы его подождем, что-то он хочет от нас, сейчас узнаем, что именно. Надеюсь, что-то интересное и веселое. Некоторое время спустя. Ну чё, ты где, алё? О, опять эта девочка ходит туда-сюда. Круто, что ты приехал. О. Я рад. Садись, покатаю тебя чуток. Давай, покатай меня чуток. Здорово. Я как только тебя в прошлый раз увидел, я сразу подумал. Этот пацан не сыкло. А мне для этой работы именно такой человек и нужен. Лучше скажи ему, чтобы он не пиздел, а руль покрепче держал в лапах. А то каждый раз, как он за рулем, мы улетали куда-нибудь полить в канаву. Твоя тачка? Нет, конечно. На прокат взял. Разобьем, не страшно. Это и есть план? Сука, так я и знал. Я так и не услышал, что это будет за работа. Да ты понимаешь, кое-кто в этом городе совсем берега попутал. И ты поможешь мне восстановить справедливость в гадюшнике, в котором мы живем. Ага, вот так значит. А поточнее? Есть такая девочковая группа, Аскрекс. Три птички из Японии, щебечут свой говнопоп. Стали популярны в Азии. Для этого много ума не надо. А теперь едут в тур по новым штатам и хотят его рекламировать кавером на мою песню. Ты представляешь? А я не позволю с собой так обращаться. Говори, что надо делать. Мне сказали, что тут будет проезжать концертный грузовик Аскрекс. Сделаем все, как в старые добрые времена. Разнесем его к чертовой матери. Нет оборудования, нет и концерта. Керри сам решает свои проблемы. Прям без армии юристов. Раньше они всегда все решали. Пока он лежал у бассейна с жопой кверху. Видимо, и правда какая-то засада. Скоро будем на месте. Так, ну окей. Будет засада, будем сейчас заседать сидеть. И каких-то птичек и пошек. А вот эти, что ли? Так, от няни. Ну и чё, ждём? Багажник. Ну они довольно-таки популярны. Так, а чё тут есть? Сейчас всё будет. Так. Знаешь диджейку Айви Кому? Её убили. Вот прямо здесь, на этом месте. Ее лимузин вело Ави под маскировкой. От девки мало что осталось, от лимузина тоже. Потом оказалось, что целью была вообще не она, а какой-то пиджак из биотехники. Он отлизывал ей, когда полетели пули, и... В общем, их так и нашли. Вот это, блядь, история. Умереть, отлизывая. Блять, что за смерть? Разложи вот здесь. Так. Никто не поедет? Все, прячься, быстрей. Так. О, быстро пошел. Давай, резче. Думаю, за остановочкой будем ставить или прям на остановке станем? Типа автобуса ждем. Что теперь? Теперь ждем. Как думаешь, у парней в грузовике есть оружие? Или они с охраной? Блять, Ви, откуда я знаю? Не парься. Я уверен, ты справишься, что бы ни случилось. Значит, действуем по ситуации. Не впервой. Я-то справлюсь, братан, я за тебя больше переживаю. Вот они, как раз вовремя. Наш выход.
Я беру водителя, ты сменщика. Их надо вытащить из машины. Вы там ебанулись? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Это что такое? Вышел из машины, блядь! На землю, сука, чтоб я руки видел! Вылазь! На землю, живо! Мужик, ты чё? На землю, я сказал! Это точно они? Эй, мужик, опусти ствол. Давай поговорим. Завали ебало! И тогда всё быстро кончится. А, мать моя женщина. Слышь ты, карту доступа возьми. Открой кузов. Хорош вертеться. И без глупостей. Что там внутри? Держим рот на замке, мужик. Тебе повезло, Керри. Тут сплошные ящики с оборудованием. Микшеры, колонки, барабаны и километры кабелей. Заебитлз, это джекпот. Спасибо, господа. А теперь бегите. Бегите и не оглядывайтесь. Шли вон говнососы, пока я добрый. Ну и что делать будем? А теперь кульминация. От всего этого добра должна остаться только кучка дымящегося хрома и пластика. А, хочешь оставить автограф? Ага, угадал. Смотри, не промажь. Так, кинуть гранату? Кинуть гранату. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Близко получил. Классно с тобой работать, Ви. Твою мать, Керри. Это же просто грузовик с барахлом японских куколок. С таким же успехом можно было напасть на ларек с сахарной ватой. Блять. Но для него это шаг вперед. Прям не узнаю скотину. Мы до смерти напугали двух чуваков, сожгли грузовик. Играешь в террориста? Хочешь стать новым Джонни? Кем стать? Я тебя умоляю. Керри легко взрывается, но это как взрыв петарды по сравнению с бомбой. Ты, блядь, всегда все так упрощаешь. То, что для тебя примитивный вандализм, для меня ебаный в рот творческий протест, а? А на самом деле? Эти сучки думают, что могут просто так поднять бабла на моем хите, но их будет ждать сюрприз. Знаешь, скольким я пожертвовал, чтобы стать тем, кто я сейчас? Ты, блядь, знаешь, какова цена успеха, а? Эти сраные дешевые шлюхи хотят украсть мою песню и думают, я буду стоять и смотреть. Хуй там! У них, блядь, вообще мозгов нет! Успех. У Керри всегда был на этом пунктик. Ничего не поменялось. Тебе не кажется, что юрист справился бы лучше, чем ты? Это ты мне говоришь? Я наулыбался и наподписывал бумажек на всю, блядь, оставшуюся, сука, жизнь. Сегодня, блядь, я оставил ясное послание. Только так и надо делать дела в Найт-Сити. Копы, дельтуем. Иди, надо от них оторваться. Поехали. Так, я водитель, ладно. На этой коломаге. Наш еле едет. Бля! Да я последний раз от копов бегал в 2020-м. Ха! О, как раз! Джонни! Да-да! Мы тогда были обдолбаны в хлам, а они нас все равно не поймали! У этих тоже нет шансов! Хуй вам в сраку! Оторвались! Я потратил на тебя кучу Эдди, но это того стоило. Ты прям профи! Я пока никаких Эдди не видел. Так, я, пожалуй, сойду на Карнитос. Так, на Карнитос? Ну, на Карнитос, так на Карнитос. Я, на самом деле, присел бы в тачку получше, но да ладно. Это тоже сойдет. Кстати, а где мое бабло? Ты мне платить будешь или нет?
бам 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 бам. Керри Евродин ест в таких забегаловках? Ха, чумба. Да здесь варят лучший в городе кофе. Густой, как смола. А если они тебя знают, то еще и натуральный. Давай пошли, я угощаю. Вау, кофе с рок-звездой? А давай. Все бывает в первый раз. Когда мы только собрали самурай, все наши бабки уходили на гитары, струны и прочее вот это говно. Джонни вечно у меня все пиздил. Эй, Рэйчел! Доброе утро. Я как будто помню эту дыру и эти запахи. Да, привет. Откуда? У нас все время не хватало денег на жратву, но мы каждый день ходили через улицу в Кальенте. Наедались там до отвала, вливали в себя галлон кофе. Джонни всегда говорил, что с голодухи да по упорке мы могли бы сожрать хоть картон, на котором бомжи спят. Нет, конечно, он был неправ. Мистер Евродин, вам как обычно? Угу. Двойной ямайский эспрессо. Без сахара, без ничего. Конечно. А что вам? Так, давайте тоже мне попробуем. То же самое. Хорошо, подождите немного. Черт, до сих пор сердце стучит. Бля, это было дико круто. Последний раз со мной такое было в Мемфисе. Последний концерт в туре, волны энергии, я на сцене. Бля. Вот, сука, опять вспомнил про этих шкур из Аскрекс. Как думаешь, они поняли посыл? Ой, сочно пьем кофе, очень сочно. Ты реально настолько их ненавидишь? Да ты послушай только. Блядь, кровь из ушей. Это их главный хит. Да в натуре, ну блядь, ну такую херню каждый родить сможет. Даже ты. Я не верю, что ты спалил их грузовик ради искусства. Скажи честно, дело в деньгах. Тебя просто кинули на авторские, да? Ты, походу, вообще ничего не сечешь. Да на кой хер мне их деньги? Просто меня бесит даже мысль, что этот гондон Джонни мог быть прав. Стой, а Джонни-то тут каким боком? Ну, он считал, что я бросаю самурай ради денег, славы. А это неправда? Да не-не-не, это правда. Чего уж тут. Просто он еще говорил, что вот так я сажаю себя на цепь к корпорату. И с этим ты уже не мог согласиться. Понимаешь, Аскрекс, может быть, я такой же продукт системы, как и они. Тону в грязных деньгах вместо того, чтобы в них купаться. Джонни мертв. Вроде как. А ты жив. Подумай, чье мнение для тебя важнее. Свое или чье-то еще. Вопрос с подвохом. Только если у тебя не хватит смелости ответить честно. Ах, мне пора идти. Спасибо за... Ну, ты понял. Не за что. И че? А денег? Где бабосики мои, блядь? Что это за херня? Вот и я не пойму, что это за херня, блядь. Я выполнил задание, а, блядь, бабок не получил. Ну, ладно, будем считать, что сделал это по-братски. Так, мы продолжаем линию, где мы вместе с Керри
боремся с группой Ускрек. Итак, следующее задание — Фабрика Звезд. Нам предлагают встретиться возле клуба Райот. Подождем Керри, посмотрим, что он скажет. Он хочет с группой просто, получается, поговорить. В прошлый раз мы сожгли тачку. Привет. А что ты так нарядился? Пойдем. Шифруешься? Пора объяснить этим малолеткам, что их 5 минут славы закончены. Привет. Ну чё, какой план? Ясен хуй. Заходим в клуб, находим гримерку этих блядей, решаем вопросы, сваливаем. Все. Главное, чтобы меня не узнали. Не собираюсь делать им бесплатный пиар. Ты им и так его устроил. Их полыхающий грузовик попал во все газеты и на все каналы. Так не выебывайся, а? Лучше скажи, как мы туда зайдем. Так, ну давай купим все билеты. Все гениально и просто. Давай возьмем и купим билеты. Во-первых, ты чё, ебанулся? Я этим сучкам не отдам ни одного своего Энни. А во-вторых, билетов-то уже нет. Ладно, придумаем что-нибудь еще. Пошли пройдемся. Так, ну пойдем вокруг здания, пройдемся, посмотрим, может какая-то лазейка есть. Чё? Чё ты стоишь-то, блядь, алло? Пошли. Так, переход, вон он. Так, просканировать фанатов и украсть 2 билета. Либо попытаться найти билеты на концерт. Угу. Так, это все фанаты, да, я понял. Либо вот, можем наверх залезть просто. Сказал бы хоть, что лестницу нашел. Давай спускай ее. Опускаю. Ну все, мы заходим. Нам мы в здание. За сцену. Тут курточка какая-то блатная. Возьмем ее. На всякий случай, что тут еще есть интересного. Пейдж сотрудника. Доступ разрешен. Отлично. Короче, у меня классная идея. Когда пойдем на концерт, подарим им подарок. Они у себя на сайте писали, что им нравится дорогой чай. Может, поделим игру. Здорово, хер. Че такое? Заходите. А ты что думал, мы, блядь, два хера сбуграй. Так, следуй за Керри. Давай, веди, чувак. Гребаные японские символы. Откуда я должен знать, что куда вставляется? Ну нахер. Пойду обратно к своим кабелям. Рони, наверное, пошлют в Европу. А он им сказал, что ты беременна? Да, но что это меняет-то? Мы еще кредит не отдали за его импланты. Не печалься. А, новая проблема. Импланты в кредит, ебать, в будущем. У нас сегодня Мигури? Или это Супесл Бой из благотворительного фонда? Вот это сейчас будет веселуха. О, сейчас поговорим. А вы вообще кто? Я тот, кого вы обокрали. Керри Евродин? Керри Сан? Керри Сал! Я вам покажу благотворительный фонд! Фи? Так, так, не буянь, они ж маленькие девочки боятся. Короче, это какое-то недоразумение. Сейчас все выясним и разбежимся. Керри Сан, что случилось? Мы же все обговорили. Боже, это из-за интервью 54-му каналу? Мы не хотели вас обидеть, честно. Слово «старый» сейчас уже ничего не значит. Да они ничего не поняли после грузовика. Они тупые, как пробки. Так, 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 так. Что там вы обговорили? Мы подписали контракт с MSM на песню Керри Сана «User Friendly». Это типа наш новый сингл для тура по Северной Америке. Только через мой труп? Но мы хотели вашими песнями начать новую эру в роке. Разве вам... В роке? Вы? Так, окей, вот что я вам скажу. Рок, блядь, мертв! Об этом уже много раз говорили, но вы реально это сделали! Вы убили его нахуй! Мои поздравления! Ваш менеджер позвонил нашему и сказал, что вы хотите сотрудничать.
Чего, блядь? Ковачик? Он даже меня не спросил. Пиджак, блядь, обосранный. Послушайте, Кэри-сан, мы сделали кавер, потому что любим вашу музыку. Давайте договоримся. Рок может и мертв, но Керри слеп, если он не видит потенциала этих девочек. Так, и чё, и чё? Очевидно же, что виноват лейбл. Корпораты всех поимели в равной степени. Похоже, что так. Блять! Слушайте, я против вас ничего не имею. Просто меня бесит вся эта нахуй ситуация. А чего он хотел? Сам продался корпоратам, а теперь еще и бесится. Мы поговорим с лейблом, Кэри-сан. Для начала просто выразим недовольство. Мы уберем вашу песню из сет-листа, отменим концерт и приостановим тур. Серьезно? Вы же потеряете миллионы. А они еще больше. Ну ладно. Вы хорошие девочки. А то, что я говорил, ну... Не переживайте. Даже мартышки иногда падают с деревьев. Ага. Пойдем, Ви. Кэри-сан, а можно с вами сфотографироваться? Ну, на память. О, начинается. Ты похуй. Ви, щелкни нас. Скажите, синтасыр? Ой, хороший кадр, хороший. Сделать снимок экрана. Пробел. Все, сделали. Отлично. Все, наверное, этого хватит. Спасибо, Кэри-сан. А вы ничего нового там сейчас не пишете? Может, выберем что-нибудь для сингла? Правда? Ви, ты это, иди. Я тут задержусь. Сам видишь, надо помочь девчонкам. Спасибо. Да, развлекайся. Ага, помочь девчонкам он будет. Знаю, как эта помощь выглядит.